Короче говоря, сломался стартер. Вот как я показывал уже, вот это все. Вот надо было батю выручить пораньше. Ладно, будем пробовать заводить, все сделали. Смотрите, короче говоря, как этой косой регулировать, чтобы поток вот не забивался. Вот мы сейчас столкнулись с такой штукой. Вот очень густая трава, очень густая. А этот мотоблок, он просто оборотистый. Он, как сказать, для него нужна понижайка. Понижайка нужна для того, чтобы вот эта вся масса успевала проходить. А так как мы регулируем скорость своего мотоблока просто обычной газулькой, вот тут один весь еще секрет, вот эта скорость первого хода, вот я им как делаю, вот сейчас обрати внимание, сейчас смотри, наверное, я заведу. Так, погнали сейчас. Эх, надо это опять, как всегда, день сегодня вот начался у нас с непонятных ситуаций. Работа что-то прям не клеится, блядь. Вылетел шплинт, потеряли шплинт. Вот, ну, потеряли, наверное, скорее всего, хер его знает где. Так, давайте посмотрим участок. А? 4 нашел, блядь, говорит. А эта гайка, она давно уже, скорее всего. Да.
17 штук. Ну и ключи тоже, да. Ага. Идет вроде бы неплохо, но что-то почистить надо. Точно. Прям вибрация кидает. Держишь? Держи. Я сейчас туда перейду. Давай, давай. Вот такая сочная масса тут набивается. И как набивается, он начинает создавать вибрации. И это очень не совсем хорошо. Вот так вот, наверное, сниму это солнце. А? Давай, как я достану? Я же держу. Точно трава, да? Так, ну вот такие красивые, замечательные волки получаются. Ну вот это, наверное, косой потом еще пройдем, где какие пеньки стоят. Волок довольно такой неплохой. Ну, батя уж говорит, солома. Посмотрим. Кролики оценят. Людям что об этом говорит. Надо будет, чтобы сожрали его сразу. Матери сказать. Ну, не осталось, ну. Как картошку? Крупную разгнить. Маленькую. Сиравский бизнес. И ту, что ли, закупить? И... Попробую. С прошлого года мы на нем еще не меняли масло. О, он там тоже отвердел. Где? С той стороны. Клиент ждет. А-а-а. Давай помочь. Теперь здесь проволочник будет. Где? Среда овсяная для него, вкусная. Надо вот залу сделать. И какой залог? Осень и горчицы посадить еще. Куда? Не, я имею в виду, где овес был. Вот здесь все? Да. Что, не... А? Не нравится что-то? Что, плохое? Нормально. Палки только. А? Покажешь? Палки только? Нет, чуть пораньше нас будет. На следующий раз пораньше. Почему как на следующий год? Ну здесь уже не овес пойдет, а как все рубит. Ну и хорошо. А зачем тебе? Что туда пойдет? Так все довольно-таки неплохо. Я бы сказал бы. Немножко бери, чтобы это.
Так, остался вот такой небольшой кусочек. Очистить, да, надо? А тут не видно. Давай, я буду чистить. Еще, может, немножко. Сильно только не надо, да. Так, вот столько этих всякой ненужной шляпы набивает сюда. Один ножик, вон пизда. Да? Ну что-то поймали, да. Сейчас, наверное, надо этот... Плоскогубцы сейчас принесу. Так, ну вот, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наше кино. Вот, едем домой. Все, рабочий день окончен на сегодня. Да, все, положили. Вон, видишь, как? Да. Поставь вот сюда. Все очень даже замечательно получилось. Ну что, ребята, будем заканчивать этот ролик. Вот, спасибо всем, кто смотрел нас. Ну, вот такие вот трудности, они всегда бывают, и ничего с ними не сделаешь. Вот, и поэтому всегда нужно, как говорится, с хорошим настроением работать. Ну все, всем спасибо за внимание, всем пока. Мы поехали домой. Или на ее полосу. А какая разница? Что я тебе буду? Нет, нам неудобно бы.
все нормально. Делаем техническое обслуживание. Батя, в закормах была вот такая машинка, точнее она есть. Батя, все про нас. Все, джарджавело. Да хули оно лет 5, блядь, стоит. Не пользуюсь. У нас незаменимый вес, блядь, блядь. И сколько мне хлеба, блядь, там. Тут рост, ты что, блядь, такой ебанка. На этой машинке батя шил, короче, тенты, тенты для машин. Вещь незаменимая. Все, поставим. Вот это пойдет? А? Вот это пойдет? Красный. Да любая, мне кажется, пойдет. Она толстая. А белая что? Вот это? Ну и белая хорошая. Ну а здесь красный стоит. Поставь красный, да. Сейчас, знаешь, там есть этот, одеялка, может, одеялку принесем, попробуем, прошьем. Да, принеси. Вот, садись на это. А эта машинка, короче, что-то не работает. Не пришло еще время ее. Сначала он на какой-нибудь тряпке надо попробовать, да? Я что-то забыл, Вовка, как, блядь, если... Ладно. Всякий. Нормально. Нет, это... Вот это сос. Зачем ты? Ты там сидел. Ну вот он идет, все правильно дергает. Нет, ну вот это, вот сюда как.